Уточните, пожалуйста, практики с должниками на шестой ступени, ее достаточно один раз с каждым должником провести или повторять несколько дней. Итак, что такое практики с должниками? Почему вот женщина одна написала: Андрей Андреевич, у меня вчера украли, там что-то украли и так далее. Я вот обычно людей, у которых что-то крадут, просматриваю. И просматриваю их на протяжении всей жизни. Есть законы такие, они называются законы энергии. Вы должны знать об этом. Никакая энергия никуда не девается. Поэтому если вы тратили энергию на то, чтобы деньги заработать, и после этого у вас кто-то эти деньги украл, то зачем украл? Это у вас украли, потому что вы раньше украли у кого-то. Как это вы украли, если вы никогда ничего ни у кого не брали? Объясняю, как это обычно выглядит. Человек надеется, что он вас подвезет, и вы ему немножко заплатите. Он вас подвез, вы не заплатили. Человек пришел к вам, вы говорите: ты можешь мне погадать? Человек говорит: да, я могу тебе погадать. Хорошо, погадай мне. Человек вам погадал, вы говорите: ну спасибо, встали и ушли. А человек рассчитывал и тратил свое время. То есть это называется хамылем. То есть вы таким вот хамылем пытаетесь сэкономить или пытаетесь не заплатить. Пытаетесь не доплатить там на кассе, не доплатить таксисту, не доплатить детям, не доплатить на себя. Где-то сэкономить или где-то даже своровать. Знайте, это все является вашим долгом. Когда сумма долга вырастает, то у вас эта жизнь забирает. Женщина написала: у меня забрали то-то, то-то. Почему? Надо было все мне доплатить. А когда не доплатила, то отдала больше. Кому? Оно все мне вернется, раз мне не доплатила. Нельзя воровать у близких или нельзя воровать у тех, кто хороший. Ну что ж, это такое дело. Я никого ни в чем не обвиняю, конечно, никому ничего там. Но вернемся все-таки к долгу. Когда у человека кто-то что-то забрал, что необходимо делать? Вы работали, у вас или работали, стремились, откладывали, у вас раз кто-то и забрал. Как обычно человек ведет себя в этом случае? Он говорит: вот у меня забрали, я несчастный, пусть они мне отдадут, как у меня это, как все забрать, я надеялась на эти деньги. И у человека больше всего обида. Смотрите, любая негативная ситуация, возникающая в жизни человека, отталкивает от человека то, о чем он думает. Смотрите, я не люблю, я люблю, я не люблю, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Таким образом, в случае, если человек радуется и у него тепло внутреннее, он притягивает. А во время того, когда вас обманули, что произошло? Они мне не отдают, какие они сволочи. Блин, да что же это такое? Надо же, я ненавижу этого человека. Ненавижу, отталкиваю. Какие сволочи, отталкиваю. То есть вы такого человека отталкиваете. И вы мне должны сказать: так что же мне теперь, любить такого человека, негодяя, поросенка и так далее. Нет, вы попались в ловушку. Вообще вам в самом начале не нужно было никому ничего занимать. Почему? Потому что у вас не было проблем, а когда вы заняли, они у вас появились. Я обычно говорю, что обычная жизнь человека — это правило двух человек. У одного появились проблемы, и он не может решить свои проблемы, поэтому он пробует эти проблемы переложить на голову другого человека. Поэтому, занимая деньги другому человеку, вы не только берете у этого человека или отдаете свои деньги, вы взамен берете еще и проблему этого человека. Поэтому я очень часто говорю: хотите подарить — подарите, хотите помочь — просто отдайте, но не занимайте. Но если уже у вас заняли деньги, этот процесс произошел, что необходимо сделать? Вы должны знать, что в 85% деньги, которые у вас занимают, их никогда не отдают, что бы вы ни делали. Почему? А все объясняется предельно просто. Когда человек занимает деньги, он, скорее всего, попадается на манипуляцию. Почему занимают деньги? Занимают деньги, потому что у тех людей, которые занимают, этих денег нет. То есть можно фактически сказать, что они не смогли или не состоялись в том, чтобы деньги заработать, не состоялись в том, чтобы их приумножить. У них есть, скорее всего, финансовые проблемы. И последним шансом решить эти финансовые проблемы — это вы. А вы человек, который попадается на манипуляции, то есть вам рассказали какую-нибудь ерунду, брехню и так далее, и вы после этого заняли деньги. Но человек, который не умеет
умеет зарабатывать деньги, он точно так же глупо потратил и ваши деньги, закрывая какие-то свои долги. То есть это просто по незнанию у него это происходит. Он тонет в долговой яме, делая ее более и более масштабной или большой. И, конечно, неприятности в жизни, скорее всего, будут у него продолжаться без эзотерики, могут продолжаться вечно и закончиться самым плохим образом. Ну а вам что делать? Ну а вам необходимо что-то делать. Обычно человек говорит, вот как мне забрать деньги. Для того, чтобы забрать деньги у того, у кого их нет, тому, у кого их нет, он должен их заработать. А для того, чтобы их заработать, человеку нужна свобода. А как у него может быть свобода, если вы его ненавидите, если вы хотите забрать? А он для того, чтобы отдать вам деньги, должен ориентироваться на то, чтобы отдать деньги. А у него куча и так проблем. Поэтому деньги обычно тех, кто занимает, отдавать не могут. Это проблема. Вообще деньги, которые берутся сегодня из будущего, как угодно, в будущем не зарабатываются. Поэтому люди, которые берут кредиты, берут деньги в долг, они потом попадают в какие-то проблемы, и в их жизни появляются проблемы. Их увольняют с работы, у них появляются какие-то финансовые долги и так далее и тому подобное. Как бы думайте об этом в следующий раз, когда будете занимать долги. И тут такой вопрос, что же делать, если уже это произошло и у вас деньги забрали? Дело в том, что любая энергия, которая потрачена была вами и которая была накоплена в виде денег, которые вы отдали, она уже принадлежит вам. Что вам необходимо сделать? Заберите другим. Заберите другим вот таким образом, напишите письмо, что я там Портнова Олена Петрівна забираю у своего, заняла у должника, допустим, там Петрова Евгения Владимировича, который занял у меня там 1000 гривен, дает мне возможность в дальнейшем использовать эти деньги или обменять эти деньги на его здоровье. И богатство, и счастье. И пусть это счастье, здоровье и богатство идет в мою жизнь на протяжении там 1, 2, 3 лет. А и после этого можете о человеке забыть и о нем больше не думать. Поверьте мне. Когда вы напишите в конце роспись Петрова Ивана Петровича, свою роспись или подпись, положите это все, и вы увидите, что если вам должны, и вы напишите договор забрать другим, то заберете больше. Как это работает? Я за счет того, что очень много людей, я давно занимаюсь бизнесом, очень много людей у меня воровало. И ворует по сегодняшний день. Потому что очень много ворует моих семинаров, есть складчины там всевозможные и так далее. У меня есть специальная папочка, и в этой папочке есть такая бумажечка гербовая. Я там еще символы понарисовал и написал, что все, кто у меня забрал или украл мой инфосеминар, фактически является моим должником. И в этом договоре каждый, кто в дальнейшем ворует, еще прибавляется и добавляется. И у каждого этот человек будет являться пожизненно моим должником до момента, пока не рассчитается за некупленный семинар или любой инфопродукт. И мне это приятно. Почему? Потому что это мой успех. Почему? Потому что что бы я ни делал, происходит успешно. Почему? Потому что огромное количество людей у меня должников. Их тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Людей, которые купили у меня семинары, к ним нет претензий. Тем, которым я подарил, тоже нет претензий. А те, кто украл у меня и провел эти складчины и заработал на этом, те, кто участвовал и, возможно, не мог купить, ну, волей или неволей, стали моими должниками. Ничего с этим сделать нельзя, и я буду пожизненно выкачивать из этих людей деньги. И никто отключить не сможет. Почему? У меня невозможно отключить. Ну, конечно же, те, кто организовывал, на самом деле на них все и заканчивается, потому что они являются теми, кто это организовал. А те, кто уже попался, то есть те складчики, которые попались и у организаторов купили, организаторы будут пожизненно, а складчики на протяжении какого-то времени. Почему? Ну, я их тоже понимаю. Надо относиться к эзотерикам хорошо. Ну а в вашем случае, конечно же, ребята, пользуйтесь на здоровье, пожалуйста. И пользуйтесь моими методами, если я даю их бесплатно. Пользуйтесь, если выложено бесплатно, пользуйтесь. Если я подарил, забирайте. Если где-то взято это и нечестно по отношению ко мне, то знайте, автоматически в мою программу
потом никто не разберется. Да, это не будет прямо так безумно и плохо, мне так много не нужно. Это будет в мягкой форме, но поверьте мне, когда один сделает шаг вперед и 10 вперед, то кто-то, у кого есть долги, сделает один шаг вперед и 7 назад. Поэтому над тем, чтобы быть счастливым, и над тем, чтобы быть эзотерически всемогущественным, нужно работать. И вот вам повод, сделайте из тех людей, которые вам должны, тех людей, которые будут являться пожизненно донорами вашей жизни, то есть давать вам материальное благополучие, здоровье, любовь, успех, счастье в жизни, возможности физического развития, решения вопросов. У них можно все забрать. Та-та-трам-там-там, та-та-трам-там-там, та-та-трам-там-там.